Сотрудники Росгвардии смогли проявить себя на отлично как в теории, так и практике. Сдали нормы по физической и огневой подготовке. Продемонстрировали знания правил дорожного движения. Это второй этап. Первый этап был на местах, в подразделениях местной охраны, где отбирались лучшие сотрудники по итогам сдачи различных зачетов, которых ведомственных у нас по направлению деятельности. В конкурсе промастерства участвовало 18 команд, по 2 сотрудника группы задержания. Завершились соревнования, отработка сигнала тревога с задержанием правонарушителя. По итогам всех испытаний лучшими стали сотрудники Курчатовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. В команде 2 опытных бойца. Службе отдали почти 20 лет своей трудовой жизни. Секрет успеха прост. Победить смогли благодаря упорным тренировкам, поддержке напарника, стремление быть первым в зачете. В паре работаем мы уже лет 10. Победители представят Курский регион на всероссийском конкурсе, который состоится в Воронеже. Кристина Горлатых при содействии пресс-службы Росгвардии по Курской области. События дня.